в свою очередь хочу поздравить и вас, и в вашем лице всех витебчан, всех витеблян с праздником 1044-й годовщиной нашего прекрасного города. Городу действительно уже более 1000 лет. И мы сделали вот такую вот композицию в нашем городе, что будет радовать, я думаю, и туристов, и горожан. Вот это благодаря нашему мэру Виктору Павловичу, умница, что нашел это место, поддержал меня, я эту идею подал, он поддержал. Вот. Открывается музей фотографии, и я, как один из авторов, который постоянной коллекции отобрали несколько работ, чтобы представить именно технологии классические фотографии. Вообще фотография уже в следующем году будет отмечать 180 лет, и преемственность, вот эта преемственность процессов, технологий, она сохраняется и переходит. То есть, например, я занимаюсь классической фотографией, той же, что и занимались там 150 лет назад. Сегодня в этом прекрасном зале выполнить поручение городского исполнительного комитета и вручить дипломы лауреатам премии «Витебчанин года». Следите за новостями на портале городвитебск.бай.